Продолжение темы. В Башкортостане продолжается прививочная кампания. На сегодняшний день полностью завершили вакцинацию 845 тысяч человек. Первый компонент получили более миллиона жителей региона. За последние сутки привито почти 7 тысяч. Особое внимание эпидемибезопасности уделяется на промышленных предприятиях. Руководство многих из них приняло решение при приеме на работу отдавать предпочтение вакцинированным кандидатам. Подобную политику сейчас реализует Башспирт, Буринтех, Альтернатива. С сегодняшнего дня к ним примкнул и завод «Стеклонит». На нашем предприятии ведется активная кампания по вакцинации. То есть регулярно мы приглашаем сюда представителей медучреждений для проведения вакцинации непосредственно в медпункте нашего предприятия. При приеме на работу, да, то есть мы тоже акцентируем на это внимание и в первую очередь предпочтение даем тем людям, которые уже прошли вакцинацию. На предприятии для сотрудников предусмотрены выходные дни после каждого этапа вакцинации. Кроме этого, в качестве поощрения привитым сотрудникам выдают премию в размере 3000 рублей. Отмечу, на заводе трудится более 550 работников, 40% из них уже привиты. По словам руководства компании, формирование коллективного иммунитета необходимо для непрерывной работы предприятия. На данный момент производственная мощность завода составляет чуть более 90%. Для выхода на полную мощность предприятию необходимо пополнить штат еще 100 работниками.